الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Не раздражаешься ли ты временами от своих поездок на разного вида транспорте, от пробок и дороги? Я постараюсь облегчить тебе твою усталость, когда ты увидишь, что в принципе ты не так уж и устаешь. Ты можешь сказать, ты просто не видел наших пробок. Может, видел, а может и нет. Но абсолютно точно то, что Аллах избавил тебя от страданий, которые испытывают твои братья, переезжая с места на место, где-то в отдаленных регионах мира. Всевышний Аллах наделил тебя милостью, которой лишил их. Это 50-летняя мусульманская женщина. Она работает на этой древней деревянной лодке, ворочает своими слабыми руками весла и перевозит людей с одного берега на другой. Ежедневно она работает примерно по 9 часов, чтобы заработать себе на дневное пропитание. У нашего переводчика не получилось выполнить ее работу. Он не смог. Потому что лодка вся в дырах, у нее постоянно надо вычерпывать воду, иначе она затонет. Я попытался ему помочь. Лодка неустойчивая, на ней нелегко плыть. И мы начали работать вместе. Я вычерпывал воду из лодки, а он пытался грести веслами. Потом мы немного отдохнули, после чего вернулись к работе. Представь, что эта бедная женщина работает каждый день за двух мужчин в течение 9 часов. Переводчик боялся предложить мне поменяться ролями, и я, честно говоря, его за это не осуждаю. Там плохие дороги, нет освещения, дряхлые улицы, и управлять транспортным средством там небезопасно. Поэтому, когда мы посещаем деревни, мы стараемся вернуться назад до наступления ночи, иначе возможны аварии. Один раз, всего один раз мы задержались. Посмотрите, что случилось. Авария на дороге. Дорога, по которой мы едем, опасна. Хвала Аллаху, который спас нас. Но тем людям Он предопределил, чтобы их грузовик перевернулся. Проблема в том, что сейчас ночь. Мы впервые возвращаемся ночью. Обычно мы не ездим в такое время. Когда они находят себе машину, в которой можно сидеть, думаете ли вы, что это будет похоже на то, как сидишь ты в своей машине? Посмотри на этого пассажира. Между ним и падением и смертью всего две пяди. В таком положении он, возможно, едет в течение многих часов. Я понял для себя, что бедняки в тех отдаленных регионах вынуждены использовать животных, когда хотят переехать с места на место. Несмотря на то, что животные ходят медленно, они используют даже очень медленных слонов. Слонов? Когда же они доедут до нужного им места? Сейчас мы попробуем другое средство передвижения. Я использую его в первый раз. Это слон. Представьте себе, я думаю, могут быть проблемы с безопасностью. Ему 50 лет. Слону 50 лет? 50 лет. И он вместе с хозяином уже 40 лет. Со своим хозяином он оставался 40 лет? Машаллах. Может быть, дольше, чем он живет с женой? Субханаллах. Он к этому привык. Этому слону 50 лет. Его хозяин ездит на нем 40 лет. Сесть на слона — не то же самое, что сесть в машину. Это же слон. Слон! Дом хозяина слона находится на расстоянии 50 километров отсюда. Чтобы доехать до него, ему потребуется примерно 7 часов. Ехать под палящим солнцем, уставать. Но такой уж это транспорт. Здесь он запасается топливом. Мне захотелось опробовать этого слона. Слон не стал ждать. Вперед, вперед наклонись, чтобы не упасть. Воздух сверху отличается от воздуха снизу. Я не привык убирать от себя ветви деревьев при езде.
Когда мы возвращались с нашей компании по оказанию помощи, мы увидели, что слон только сейчас приближается к своему месту жительства. Примерно 7,5 часов. Или больше? 8? 8,5 часов. Это сейчас слон прибыл? Вот он, сейчас, ночью. Когда у тех бедняков появляются деньги, происходит какой-то скачок в финансах, они приобретают любое транспортное средство и вкладывают в него каждую копейку. Они используют его во всем и перевозят на нем все, даже если это простой мотоцикл. Все это касается тех, кто нашел для себя средство передвижения. Что же сказать о тех, кто изначально не имеет никакого транспортного средства? Они ходят пешком. Этого человека мы нашли в его хижине в Сомали. Когда мы спросили его, как он переезжает с одного места на другое, он сказал, что проводит целый день в ходьбе. Тогда я это просто услышал. Как вы думаете, увидел ли я, как это происходит в жизни? Я увидел подобное. Когда поехал в Йемен, ты можешь обнаружить, как некоторые жители Сомали из-за сильного голода и жажды отплывают в Йемен, а потом идут. Идут пешком до самой Саудовской Аравии в поисках куска хлеба. Ходьба, 3 дня ходьбы. Уважаемый брат, уважаемая сестра, после всего, что мы увидели, скажите, вас до сих пор раздражают пробки? Вот ты сидишь в машине с кондиционером, кресло удобное, слушаешь то, что пожелаешь. Ты до сих пор считаешь, что это утомительно? Достаточно того, что тебе была дарована такая милость свободного времени. Я произвел простой расчет относительно того, сколько времени мы проводим в транспорте, в машине, автобусе или где-то еще. Я обнаружил, что если человек ежедневно использует транспорт в течение 3 часов, едет на работу час, возвращается час, в остальное время дня выезжает куда-то и тратит на это час, то когда тебе будет 75 лет, окажется, что в машине ты провел целых 7 лет. 7 лет. Как в медицинском факультете. Да. Если ты воспользуешься этим временем, ты прибавишь к своим годам 7 лет, за которые ты окончил машинный университет. Можешь стать доктором по истории, если будешь слушать записи лекций и уроков по истории, доктором по шариату, если будешь слушать лекции по шариату, хафизом Корана, если будешь слушать то, что хочешь выучить наизусть, и так далее. В общем, не сделай эти 7 лет бесплодными, проводя их в слушании музыки и глупых передач по радио, о которых мы постесняемся прочитать в свитке наших деяний в судный день. Я прошу Всевышнего Аллаха поместить свиток с благими делами в твою правую руку, чтобы ты обернулся с ним к людям и сказал: «Вот, прочтите мою книгу. Я верил в то, что мне предъявят счет». Да дарует Аллах всем нам отрадную жизнь в высшем саду, где плоды склоняются низко. Аминь, о Аллах! И хвала Аллаху, Господу миров!